Итак, поговорим с вами про строительство нового жилого комплекса. Листория, микрорайоне Кадепста. Это очень хорошая новость, потому что, ребят, в Сочи сейчас крайне мало строится жилых комплексов, где вы можете прописаться. Сейчас, как вы знаете, в Сочи мораторий на строительство, и вы сможете жить только в апартаментах, покупать апартаменты по очень высоким ценам. А сейчас вот просто уникальная возможность зайти на старте продаж и купить квартиру с пропиской в жилом комплексе Листория. И жить, во-первых, на ровном месте, в отличие от Сочи, с многочисленными возвышенностями. Пользоваться всей инфраструктурой, потому что это территория комплексного развития. Вы уже покупаете квартиру, и вы пользуетесь всей инфраструктурой. Новая набережная, новая школа на 2000 мест, новый детский сад на 500 мест. Также здесь торговый центр на набережной будет построен в ближайшее время. Также здесь самое главное, что в микрорайоне Кутепс очень скоро появится марина на 300-400 яхт. Известиях, это Южный риф называется, уже разрабатывается проект, как это все будет выглядеть, и начнется в ближайшее время уже строительство. Потом в Хосте будет марина на 300-400 яхт, и будут приезжать сюда люди, чтобы покататься на собственной яхте, либо на арендованной. И это ваши гости, которые будут приезжать и к вам в ваших квартирах останавливаться. Почему? Потому что это будет высококомфортные недвижимость, это будет эко-комфорт плюс, тут все будет эко, тут фасады будут под дерево, да, здесь будут эксплуатируемая кровля, здесь будет 6 террас, здесь буквально за моей спиной уже началась стройка, уже котлован вырыты, и очень скоро здесь цены очень сильно вырастут, я думаю, цены вырастут как минимум 2 раза, поэтому сейчас самые низкие цены и самое время заходить в эту стратегию. Почему, ребят, почему начали застройщики строить именно более комфортабельное жилье в городе Сочи, потому что потребность есть такая, потому что сейчас люди хотят жить в комфортном жилье, и не хватает действительно 5-звездочных гостиниц, не хватает, и поэтому здесь у вас будет прописка, как в квартире, да, у вас будет прописка Сочи, но при этом, ребят, вы будете пользоваться услугами компании доверительного управления, и у вас будет практически как гостиница, вы сможете заказать клининг, вы сможете заказать ремонт, если надо, вы сможете заказать прачечную, если надо. Если надо погулять с вашим ребенком, будут работать профессиональные репетиторы. Если нужно погулять с вашей собачкой, будут специалисты выгулять вашу собаку. Если надо, то найдут профессионального кинолога. Если надо, то будут скидки у вас на ветеринарные услуги. Все будет для вашего комфорта, чтобы максимально освободить ваше время, чтобы вы могли наслаждаться отдыхом, чтобы вы могли заниматься йогой, плавать в бассейне, гулять по набережной, кататься по набережной, допустим, на самокате, да, на велосипеде, все для вашего отдыха и радостной жизни. Самые большие преимущества, это первое, это уже построен мост через реку Кудепста, там уже строится дорога автомобильная. Если вы когда-нибудь были на Розахутре, вы видели набережную. Набережная с одной стороны будет, с двух сторон она будет пешеходная, и с той стороны реки она будет еще автомобильная. И дорога будет выходить, тут будет развязка Джубка-Сочи, и вы будете легко добираться до Красной Поляны по этой дороге, ребят. Очень хорошие перспективы данного района. Здесь, то есть, будет скоро открыта станция ЖД Кудепста, также, которая была всегда в советское время. А потом марина появится, Южный риф и в Хосте, и в перспективе в Кудепсте. Новая дорога, благоустроенное жилье, вид на море, с 17 этажа будет очень хорошо видно море. И очень легко по набережной вы будете добираться до моря. На море 3 пляжа, там уже есть бассейн, рестораны, кафе, все уже есть. Уже куда-то есть своя поликлиника, есть школа, а у вас еще будет школа на 2000 мест, школа Олимпийского резерва, и ваши дети всегда смогут заниматься спортом и добиваться спортивных результатов. Это тоже очень классно, потому что в Сочи все располагает для того, чтобы ваши дети занимались и спортом. Как вы знаете, в Сириусе сейчас все есть для спорта. И, конечно же, ничего не бойтесь, пишите мне на WhatsApp, расскажу вам, какие планировки, расскажу вам, какие цены. Цены растут очень быстро, поэтому время не надо терять, потом будете переплачивать. Сейчас самые вкусные цены и лучшие условия. Поэтому пишите или мне на WhatsApp. Все ждут, ребят.